Și ca toate meciurile, principalul că am luat 3 puncte, asta a fost cel mai principalul. Mâine ne gătim de un meci mai serios cu Ulim și sper că până vineri să acumulăm toate cele 9 puncte, să plecăm cu bună dispoziție la Euro Vineri Cup. Неплохо, первый тайм провалили, второй, третий хорошо сыграли. Не хватило полного состава, травмированные игроки, особенно не хватает вратаря нашего. Но в целом неплохо, особенно второй, третий тайм. Если бы так играли всю игру, думаю, сыграли бы в ничейку даже. Много попаданий в перекладину, не хватало чуть в атаке. Реализации, так сказать, не хватало. В целом, до плохих моментов, в принципе, сами себя не привозили особо. Команда хорошая, в прошлом году чемпионы, если не ошибаюсь. Поборолись. Было сложно, но ребята тоже молодцы, видно, что занимаются.